Счастье в двойном размере ожидает жителей поселка Дрожжино, где 1 сентября появятся новые школы на 820 и 1100 мест. Учебные учреждения уютно расположились по соседству. В одном из объектов уже устанавливают мебель, оборудуют классы и пищеблок. Столовая на 450 мест, спортивные залы, кстати, очень много спортивных залов, гимнастический зал, тренировочный зал, игральный зал, также существует еще зал хореографии, актовый зал, медпункты, ну и достаточно развитая инфраструктура для школы. На школьном дворе предусмотрено футбольное поле, 5 игровых площадок, теннисные столы, игровой комплекс. А еще место для занятий биологией, где учащиеся смогут выращивать различные растения. Оба образовательных учреждения построены по одному проекту, немного различаются внешне, но точно должны понравиться будущим ученикам. Светлые, просторные и современные. Действительно, учебное заведение будет очень комфортным, поскольку он расположен в центре микрорайона, и доступ со всех жилых корпусов на данный объект будет беспрепятственно. То есть безопасно, беспрепятственно, со всех сторон окружен бульварами, пешеходными зонами, поэтому он будет очень комфортный и удобный для жителей. Объекты свои двери для учеников распахнут 1 сентября. А всего до конца года в Ленинском городском округе планируется сдать 4 школы и 8 детских садов. Юлия Погосян, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.